Ужасная трагедия произошла в ночь в Санкт-Петербурге. В автокатастрофе погибла актриса Вера Ларионова. На момент гибели актрисе было всего лишь 27 лет. Сыгравшая в сериалах «Золоте Трое», «Мамочка, я киллера люблю», «Улицы разбитых фонарей», «Врач», «Дорожный патруль», «Тайны следствия». Авария произошла около 22:30 на нерегулируемом перекрестке улицы Бурцева и проспекта Маршала Кузнецова. Автомобиль ДО «Ланос», по предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества автомобилю Volkswagen Golf. В итоге пострадали все, кто находился в ДО. А Вера Лариона скончалась от полученных травм. Остальные пострадавшие были госпитализированы. Вера Ларионова родилась 16 апреля 1984 года в Ленинграде. В детстве занималась в художественной школе, участвовала в школьных КВН. В 14 лет приняла участие в популярном на Кубани конкурсе модели «Золотая шпилька». Там ее заметили менеджеры московского модельного агентства и пригласили к себе на кастинг. Далее играла на сцене Санкт-Петербургского ДК «Выборгский». С 2008 года начала сниматься в кино. Похоронена женщина на Казанском кладбище Санкт-Петербурга.